Если бы этот мужчина сдавал нормы ГТО, то явно бы их провалил. Бездомный украл несколько сотен метров кабеля, но попался сотрудникам полиции при совершении аналогичной кражи. Убегая с места преступления, он оставил весомую улику – свой военный билет. Первое сообщение о преступлении поступило в полицию в июне текущего года. По словам инженера сервисного центра, неизвестный похитил из кабельной телефонной канализации, расположенной около дома по улице 40-летия Победы в Рузаевке, также кабель общей длиной 140 метров. Сумма причиненного ущерба составила 8000 рублей. Через неделю этот же потерпевший вновь пришел с заявлением в полицию. На этот раз с опор линии связи пропали 180 метров телефонного кабеля. На протяжении последующих нескольких дней в правоохранительные органы поступило еще 19 подобных сообщений. Общая сумма ущерба составила свыше 70 тысяч рублей. В ходе проводимых мероприятий подозреваемый был установлен в момент совершения аналогичного преступления. Бездомный, увидев людей в форме, кинулся бежать, но, теряя документы, так и не смог оторваться от преследователей стабильным оружием. В Рузаевской полиции на злоумышленника завели уголовное дело по кражам. Пока установлена его причастность к 21 факту. С января месяца текущего года совершил серию краж кабелей в Рузаевке, город Саранск. О чем я расскажу. По словам злоумышленника, провода он рубил и сдавал в пункт приема металла. В настоящий момент в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».